Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест и очередной уже 100-процентный баг с питомцем. Тест Минорелиса, как и просили, в новой сборке. Вот такая вот сборка, потестируем, попробуем, если нет, переключимся на Минорелиса первой версии, это Минорелис версия 2.0. В общем, поехали, покажу вам сейчас кое-что. Есть у нас Дрого, да, и написано в скилле, что он отражает 65%, но никак не весь дамаг, то есть 65% это потолок, этот щит нельзя снять, то есть плюс добавляет атаку. В итоге я начал бегать, тестировать героя, как обычно, и смотрю, вот реально, что за фигня, у меня герой просто не проседает. И все-таки это прикол именно питомца, посмотрите внимательно сейчас на Минотавра. Сейчас будут просто нули. Вот, просто ноль. Он не получает вообще никакого дамага. Ровно 4 секунды, столько, сколько держится на нем баф от питомца. То есть, вот вам новый прикол, который реально работает и будет работать без проблем на любом герое. Вот опять та же самая ситуация. Вот только пропал, этот же получает, посмотрите, вот получает нули там, где срабатывает скилл, ну вот внимательно смотрите. То есть этот получает дамаг. Давайте сейчас еще кого-то закинем. Получается не 65%, а 100%. Может где-то попуталось, может он 65% атаки дает, а 100% отражает. Вот тут вопрос. Смотрите на Анубиса. Вот там миссы идут. Даже так не получится. У нас мы поставили на него супер пэта. Возьмем. Вот дамаг сразу же идет. Минотавр получает под бафом 0. Только спал с него щит, только тогда он включился. Что это такое, не знаю. Я надеюсь, они это пофиксят, потому что это реально одна из серьезных проблем. Почему? Сюда можно подобрать, попробовать вот такой вот вариант. У нас получается, включается каждых 5 секунд. То есть кулдаун 5. На седьмую он включится. Давайте попробуем такой вариант. Плюс можно сюда еще и выживание втулить. Вот, видите, нули идут. То есть возможность довольно-таки неплохая для PvP локации. Можно подобрать Минотавра с разными неуязами. То есть не обязательно, можно сюда еще и выживание поставить как вариант. И по сути будет довольно-таки неплохо. Ну, атаку можно чаркой добить. Ну, внимательно смотрите. Не знаю, ли оно сейчас так сработает, как хотелось бы. Вот его атакуют, ему просто пофиг. Как вам такой Минотаврик? Нормально? Пойдет? Все, просто изи. Минотавр, который ушатал Огника. Ребята, это первый в мире Минотавр, который убил Огника. Это просто жесть. Но это понятно, что тут, конечно, у нас смотр ударил. Но, пожалуйста, новая, ребятушки, новая имба-мега-сборка героя. То есть, ну, вы можете поставить, понятно, на дамаг там, либо на что-то другое. Но вариант вот такой. Вот я сейчас с барда заберу специально даже десятку. Я вам показал на примере, то есть питомец, хорошая истинная вера, нормальный талантик, плюс можно еще поставить выживание и все, в принципе, все проблемы будут решены. В общем, такая вот сборка, поехали посмотрим, что там у нас на битве гильдии есть сегодня. Так, 1.16, о, неплохо, 1.6, 1.6. Отлично, поехали посмотрим, что тут за противники интересные.
тут ватушки, тут будет интересно. Будем пробовать забежать. Так, понятно. Анубиса у нас разваливают. Поехали, пока тех посмотрим. Но Минотавр реально удивляет. Такс. У нас вообще, смотрю, ладушек нет. Что-то как-то странно, юнита вон бьет. Мне кажется, или у него реально... Сейчас мы просто пробьем. Вот видите, нули проходят. То есть нас бил Зефир, и он нифига сделать не смог. У нас, конечно, ремки нету. Тут надо ставить однозначно ремку. А на такой вариант пробовать. Потому что он у нас получается не заряженный. Ну, сейчас попробуем раз убрать. И закинуть так, чтобы его активировал еще Зефир. То есть надо так попробовать, чтобы Зефир активировался. А, забрали энергию. Так, отлично. Надо просто ремку ставить. Разрушил здание. Ну, давайте ремочку поставим. Вариант довольно-таки неплохой. Я считаю, для битвы гильдий истинная вера, например, и плюс ремка. Кстати, мы можем даже истинную веру прокачать. Сделать еще более нубскую сборку. Но она, по сути, Минотавру помогает. А сюда просто ремку тыкнем. Сейчас Анубис у нас повыбирает сразу же юнита, и можно его свободно, смело выпускать. Всех убрал. Вот видите, нули. Все, без проблем. То есть он не получает, по сути, дамаг. Он неуязвим к любому урону. Я не знаю, что делать с этим багом. Вот реально, что с ним делать. Но благодаря питомцу, вот еще плюс истинная вера. Плюс можно поставить еще и выживание на всякий случай. Некоторые герои его 100% зарядят, и он ударит. То есть... Минотавра можно сделать просто, как и других героев, еще более неубиваемыми. Но я не знаю, это однозначно баг с питомцем, и его надо фиксить. Не может он 65% и просто проходить нули, но это реально бред. Вот смотрите, просто нули. Был бы у нас сейчас стоял здесь бег, ну, блядь, ну это просто трэш. Он забежал, и ему пофиг. Вообще просто пофиг. Он вынес его нафиг. IGG, вот вы тестируете героев, и что вы делаете в итоге? Вот я не знаю. Но это реально бред. Так, ну, не должно вообще быть. Как это питомец дает 100% неуяз? Если написано 65% отражалка, он получает нули. Посмотрите,
То есть он получает реально нули. Успеваю. Ну, сейчас пусть ворожай хотя бы снимет юнитов тех. То есть такой вариант, ставите такого питомца, ставите ремочку плюс истинную веру дополнительно для подхила, например. Она включается как раз после, получается, плюс-минус после дамага, и у вас Минотавр будет просто чудить. И вам ничего страшного, ну как бы, в любом случае вы любого топа просто завалите. Какие там не были бы у него герои. Вот подождали под скилл. Я сейчас выпущу даже раньше. Вот смотрите. Раз, выпустил. Вот я выпустил под скилл землеройки. Вот его только тогда убили. Без всяких проблем. Не надо париться, не надо заморачиваться. У кого есть Минотавр, любой топ в таком варианте просто будет. Нифига себе. Ладно, вы хотите сказать, что мы еще сольемся здесь? Бардик, тащи. Поэтому такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, как обычно, ставьте лайки. Я уже ничему не удивляюсь после обновления, но реально в описании написано не 100% дамага. Точнее, не 100% отражалки, а именно по дамагу. Тут написано 65% у питомца отражает, но не 100, а тут получается просто нули, а еще плюс истинная вера, и все, он просто неубиваемый. Так, поехали, еще следующих добьем. Так, 1.16, 1.30, 1.32, 1.5, 1.5.4. Сегодня мы даже рекорд поставим, что ли? Так, смотрим. Вот у нас есть Бардик, у нас есть Космо, у нас есть Фрея. Вот смотрите. Просто я иду сразу же на Фрею. Вот она дамажит. Все, нифига она сделать не может. Она его просто не пробивает. Просто писец. Одним словом. Слегка, так я вам скажу. Вот тут вот у нас есть... Наверное, мы не сможем просто добежать, потому что Фрэнк, хотя... Попробуем. Тут юнитов много. Фрэнк может и к нам подбежать. Мы можем Фрэнка выманить, кстати, как вариант. Здесь проще можно сделать. Выкидываете Барда. Выкидываете Анубиса, чтобы он юнитов посливал. И потом просто без проблем... Так, Анубис, ты будешь сливать? Давай, сливай. Ай, не слил, не захотел. Я попробую еще разок. Надо просто слить юнитов и попробовать... Забежать, подбежать к Фрэнку. Ну давай, еще один залп. Отлично. Ай-яй-яй-яй. Станили его. Надо пробовать вариант с маской. Ну то есть варианты... Какие хочешь есть на сегодня, это не проблема. Что на это сказать? Ну, это просто жесть, вот реально. Я вот смотрю, нифига себе, 49%, четенько. Так, надо попробовать все-таки как-то его вытащить.
Давайте попробуем посливать юнитов. Вот 95%, ребят. Все. Все, просто налегке. Ни хрена ему не мешает, там ваши автопрокеры и прочее. В общем, такие вот дела, ребят. Такая вот сборка на сегодня, реально, это просто жесть. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, новых сборок. Я надеюсь, вам это поможет в прохождении любого топа. Всем удачи, всем пока.